Марина Костина, Архангель. 35-я пара. Женщины, супер тяжи. Синим углом Татьяна Савушкина, Тюмень. Так.
внимание, Коля. Первое. Запрещенный бизнес. Удар горды. Голосуем на дороге. На середину. Отрыв. Отрыв. А вы тут включите, да? Да, будем светом Тяжелейший нокаут. Тяжелейший. Реанимация уже подъехала. Да. Я туда смотрел, вообще показал, что там как голень колена был. Подвижу, да. По превышению, мне кажется, нет. Голень, да. Превышение контакта, запрещенное действие. Превышение контакта и удар голени. Голосуем от имени. Так или-или. Они важны. Как может быть бас, правда? Бас, все просто. Ну как вот, превышение контакта и удар голени. И он удар голени. Один увидел, он удар голени, а другой уже превышение. Это удар. По подходящему дар голени не забыть. Превышение контакта по подходящей голени. Синим углу Анастасия Савушкина, Тюмень, 96-го года рождения, 2-й юношеский разряд, тренер Игорь Дельджули. Мне кажется, он если приложит, то он пока рано. Выходу готовятся участники финальной группы, возрастной группы взрослые. Вес 60 килограммов финал. Вадим Аликов, Сергей Чербаченко. Оба из Санкт-Петербурга. Бригада судей работает в том же составе. Ну что, я...
Завоевала Марина Костина, Архангельск.